А типа поясню, есть вопросы по домашнему заданию, которые я скинул в начале? Да. Да. Полезные для классификации. Мы это с вами не проходили, методы, но я думаю, вы сами разберетесь, потому что там он есть дефолтный, ну так сказать, просто в спарковском API несколько методов, можете их пока дернуть. Я потом отдельно лекцию прочитаю про снижение размерности и feature selection, как это делается. Но вам нужно применить задачу просто построить пайплайн. Я не жду от вас сейчас никакого качества, с которого вы бы могли максимум выжить с этого датасета. Задача просто правильно построить пайплайн, правильно последовать, правильно разбить, ну, собственно, данные на валидацию, трейн, кросс-валидацию и сравнить просто алгоритмы. Это, собственно, все. Просто правильно описать пайплайн на Spark. Да, да. Ну, любой, который реализован в Spark. Это скорее просто пока на понимание того, что вы усвоили основной, собственно, цикл построения вот этого, ну, собственно, решений на основе ML на Spark. Потом будет отдельный блок, я расскажу про кейсы, и там уже нужно будет, ну, собственно, уже второй подход к снаряду с тюнингом правильным. Че, вопросы? Нет? Ну, давайте-то начнем. Окей, сегодня начнем с разговора о литературе. Кто знает, что такое Apache Kafka или слышал когда-нибудь? Окей, о, шикардос. Что это? Да. А еще чем он характеризуется? Правильно. Один из трех. Это распределенный, горизонтально масштабируемый, отказоустойчивый журнал коммитов, по идее. Давайте сейчас пройдемся по каждой из этих слов в отдельности. По поводу масштабирования. Какое бывает масштабирование? Точно. Чем отличается? Угу. Угу. Например, вся экосистема Hadoop направлена на какое масштабирование? Да. Мы пытаемся за счет дешевого... Мы не делаем суперкомпьютеры, мы за счет дешевого железа пытаемся получить, ну, как сказать... Эквивалентные вычислительные мощности, или точнее даже не эквивалентные, а больше вычислительные мощности. Какие минусы горизонтального и вертикального масштабирования? Точнее так, какие плюсы и минусы есть у горизонтального масштабирования? Ну, сложность эксплуатации, если вкратце, да? И реализация алгоритмов. Но с точки зрения с алгоритмов подойти, все алгоритмы можно переложить на такой подход. Да. Окей. Ну, тут графичек показывает о том, как, что в какой-то момент косты с горизонтального масштабирования у нас становятся ниже, чем с вертикального. Поэтому, типа, это выгодно. Ну, то, что это отказоустойчивый фреймворк, ну, собственно, для всех практически распределенных систем это одно из основных, так сказать, требований, что нет единой точки отказа. Как это достигается в Кафке, дальше, когда будем говорить про архитектуру, я расскажу. И, ну, собственно, журнал коммитов, что это такое? Это, по идее, такая сердцевина Кафки. То есть это такая структура данных, которую она хранит на диске. Туда можно там только добавлять записи, она упорядочена, ну,
пишется, все читается слева направо, пишется в конец. Это, ну, собственно, основной, так сказать, основная фишка всей этой системы. Как работает? Смотрите, это такая базовая схема. Что у нас есть? У нас есть кто-то, кто производит данные, продюсеры. Есть кто-то, кто их потребляет, консюмеры. Ну, собственно, между ними есть Kafka кластер, который обеспечивает всю эту бесперебойную работу, и чтобы данные, ну, так сказать, не терялись, доставлялись, быстро обрабатывались за, ну, там, заданные технические характеристики системы. По дефолту Kafka сейчас один из наиболее популярных фреймворков для, ну, обеспечения всяких дата-пайплайнов. Ну, то есть он используется не только в Big Data, это, ну, как бы, даже просто при разработке приложений обычных. Это для, там, обмена сообщениями, там, где у вас такой event-driven подход. Kafka — это, ну, один из наиболее, мне кажется, популярных в данном случае фреймворков. У нас конкретно в Одноклассниках он в основном используется для логирования и обеспечения ETL. То есть мы что-то пишем из прода в Kafka, потом у нас есть джобы, которые выкачивают данные из Kafka и преобразуют в структурированные данные, более нативные для вычислений Hadoop формата, типа паркет, секвенс и там секвенс файлы. Ну, также еще делаем ряд стримовых вычислений, подсчет всяких статистик, асинхронное исполнение ML-алгоритмов. Ну, то есть все вот это. Окей. Продюсеры данные предоставляют, Kafka кластер менеджер, консюмеры данные читают. Такая базовая структура, которая используется в Kafka для изоляции данных, называется топиком. Топик разделен на партиции. Ну, партиции могут, например, помните, что такое партиционирование например, в Hadoop-чике? Ну, все то же самое. Также распределение данных. В рамках партиции они, понятно, упорядочены. Топик — это некоторая, как сказать, изоляция данных. Ну, например, топик может быть логирование, не знаю, логинов. Туда пишется только вся информация по логинам. Будет называться, например, topic logins, не знаю. Топик может быть по изоляции данных, связанная с покупками. Туда будут писаться данные только по покупкам. Ну, то есть это вы сами определяете, что писать в топик и какой, к смыслу он будет нести. Ну, одна из характеристик топиков — это насколько партиций они будут поделены. Ну, понятно, что для тяжелых топиков нужно больше партиций. Сейчас прочитайте внимательно эту ситуацию, дальше на картиночке покажу. Ну, я не буду зачитывать, мне кажется, вы сами справитесь. Следующее понятие, которое стоит знать, когда мы говорим о Kafka, это группа. Ну, то есть, смотрите, видно, что нарисовано? Продюсеры, некоторый топик. У нас в топик пишется информация по юзерам, по логинам. Пример. Юзера, например, распределены по первой букве логина по партициям. Офсеты, незнакомое слово, как раз говорят о том, где в этой структуре коммитов находится данная запись. То есть офсетами мы
при помощи офсетов мы можем, ну, собственно, навигироваться по этой структуре и понимать, где мы сейчас находимся и откуда мы зачитываем данные. У нас есть понятие группы. Группы консюмеров, которые, ну, собственно, привязываются к определенной партиции и зачитывают, ну, собственно, офсет, откуда читать данные, и, собственно, сами данные. Ну, групп, собственно, может быть, несколько. Вот. Понятно? Как обеспечивается репликация? Ну, то есть, зачем нам нужна репликация данных вообще? В точку. Для отказа устойчивости. То есть, смотрите, в Кафке есть такая сущность под названием брокеры. Ну, собственно, есть как бы ведущий брокер и, ну, забыл как это слово, политкорректно не slave, а follower, да, как по-русски follower, последователь, не знаю, подписчик. Сейчас, подождите, вспомню, как по-русски это называется. По-русски почему-то это называется ведомый. Ну, пусть будет ведомый. Ведущий, ведомый, окей. Ну, за счет репликации, ну, собственно, понятно, что брокер хранит информацию о нескольких партициях. В какой-то момент он является, ведущим, и для кого-то он является, ну, собственно, ведомым. Если он вылетает, то за счет репликации мы как раз меняем лидера, и новый брокер становится ведущим, пока, ну, что-то мы не сделаем с тот, который у нас завалился. Ну, за счет как раз репликации мы можем гарантировать некоторую отказоустойчивость. Не знаю, что еще сказать. Понятен механизм? Несколько брокеров. Каждый хранит, ну, информацию о разных партициях. Для, ну, собственно, если вылетает ведущий брокер, меняется лидер, другой становится ведущим. Ну и, собственно, все живет, все работает. Вот они как раз координируют всю вот эту систему передачи данных, хранят офсеты, метаинформацию, организуют связку как раз для передачи данных между продюсерами, консюмерами, извините. Вот. Ну, собственно, обеспечивают всю работу по передаче и организации передачи данных. Они каждый хранят, ну, как бы, несколько партиций. Просто такой рисунок, что вот есть там, где одна партиция, есть где-то две партиции. То есть одна и та же партиция может быть несколько. Ну, это да, это как раз есть понятие репликации. Ну, это дальше про это будет. Там есть в зависимости от версии Кафки есть несколько ответов на этот вопрос. Вот теперь как раз приходим ответ на этот вопрос. Смотрите. Есть такая штука под названием Zookeeper. Это база данных. Key Value Storage. Изначально Kafka хранит всю до версии 0.8, по-моему, хранила всю метаинформацию в Zookeeper. Кто ведущий, там была информация, кто сейчас является ведущим, ну, собственно, лидером в этой группе, ну, брокеров.
там все кометы, информация, офсеты там хранились, как раз о том, откуда сейчас зачитывать, ну, какого места из этого, ну, из Кафки для этого топика зачитывать данные. И, ну, собственно, напрямую происходило общение с, ну, обмен данными через Zookeeper. Ну, вот какие данные, метаданные там хранятся. Ну, всякие смещения, вот как раз офсеты — это смещение, то есть по-русски просто. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что такое офсет, еще раз. Вы понимаете, что такое офсет? А в рамках Кафки? Ну, да. Ну, чтобы мы могли, типа, ну, прочитать либо сначала, например, весь топик, если нам нужно, либо только последние сообщения мы могли читать из топика, либо там, не знаю, с той заданного офсета, который нам нужен. Ну, всяких про контроль доступа, ну, всякие квоты, ведущие, вот, например, секции уровня работоспособности. Была еще где-то у меня красивая картинка, я ее, походу, забыл вставить. В новых версиях собственно, Кафки, насколько я помню, там идет взаимодействие напрямую через брокеров. Сами брокеры ходят уже в Zookeeper и определяют, кто из них кто. В старых версиях было напрямую обращение к Zookeeper и получение всех метаданных. Тут пример картиночки, как, ну, собственно, Кафка может быть использована для всяких, ну, понятно, что там можно писать всякие логи приложений, чтобы потом по ним делать всякие поиски. Вы можете делать, ну, собственно, мониторинги. Мы в основном это используем. У нас своя система логирования. Для этого Кафку мы не используем. Мы в основном используем это для реал-тайм аналитики. Ну и, как вы видите, для ДВХ и для всякого бач-процессинга. Ну, также Кафка позволяет, у нее есть, ну, как можно делать аналитику на уровне баз данных. В Кафке тоже есть свой SQL, подобный язык, KSQL. Он очень кастрированный, позволяет делать какие-то самые примитивные операции над дата-стримами. Я, если честно, никогда не пользовался, потому что там довольно ограниченный функционал. Удобнее просто поднять Spark Streaming приложение и что-то посчитать, то, что вам нужно. Сейчас про это расскажу. Расскажу, как это сделать. Ну, то есть, смотрите, вот у вас есть какое-то продакшн приложение, которое работает. Вы можете там сделать точку логирования, ну, данных, написать продюсер. Продюсер, то есть, чтобы у вас цикл из головы сложился, начинает писать эти данные в Кафку. Кафка может хранить огромные объемы данных. Ну, то есть, например, мы храним там данные за 4 дня по всей системе. Ну, то есть, это там десятки терабайт может проходиться на топик на один только. То есть, ну и потом просто спокойно их вычитываем собственно, дампим к нам в более, так сказать, персистентное хранилище. Если, например, это не для, ну, как бы реал-тайм аналитики, ну, не для логирования, не для реал-тайм аналитики, просто есть, например, мы делаем, например, детектор ботов, хотим, чтобы он работал в асинхроне, у нас собирается информация о поведении пользователя, бросается в Кафку в какой-то, пишется в какой-то топик, у нас есть спарковское приложение, ну, вычислительный engine, он берет эти данные, исполняет какую-то модельку машинного обучения, делает предикт, пишет в другой топик, из этого топика вычитывает другое, ну, как бы вообще приложение абсолютно, которое же, ну, какую-то бизнес-логику штрафы, например, на профиль применяет. Ну и, собственно, вот так примерно это может работать. Плюс, ну, отдельная компонента, которая сохраняет все это, все результаты, все солюшены в ходупчик. Ну, собственно, вот так может выглядеть типичный пайплайн, где можно использовать Кафку. Окей. Теперь у нас есть потоки данных.
Нам теперь нужно с ними что-то делать, ну, что-то вычислять. Для этого может нам пригодиться Spark Streaming. Стримовых фреймворков существует, ну, как минимум их существует несколько, насколько много не могу сказать. Кажется, что немного, несколько популярных. Насколько я помню, там Шторм, по-моему, что-то подобное, Flink, Самза. Что еще там в голову у меня идет? Значит, ничего не могу больше вспомнить. Наверное, что-то есть. Из такого наиболее популярного, еще конкурентом является Flink, но мы его не используем. Потому что у нас в основном все сцентрировалось относительно Spark. Ну, понятно, что логично было бы не плодить сущности сверх необходимости, поэтому мы начали дальше строить нашу стримовую обработку на Spark стриминге. Как это работает? У вас есть, собственно, какие-то данные. Поставщики данных. Понятно, что Spark Streaming не завязан только на Kafka, он может хоть данные, если вы просто регулярно пишете данные на диск, он может также с ними работать. Он поддерживает различные источники данных. Дальше происходит какое-то вычисление, и запись потом уже агрегатов, которые мы получили на выходе каких-то, в какие-то базы данных, дашборды, там просто обратно в HDFS. Spark Streaming работает с небольшими батчами данных, то есть приходит какой-то дата-стрим, он бьет их на батчи, делает некоторую, обработку, и обратно отплевывает результат. Вот пример конфигурации. Также еще расскажу, там, как всегда в Spark есть два API. Наверное, вы уже заметили, что даже в Spark ML два API. Есть более нативная на RDD-хах MLlib и более модная на датафреймах Spark ML. То, что я рассказывал, это как раз про Spark ML. В Spark Streaming тоже есть более нативная API, основанная на RDD-хах, и модная Structure Streaming, которая, появилась в последних версиях Spark, и оно работает только с Kafka 0.10. То есть, если вам не повезло, и у вас компания, где вы будете работать или работаете, Kafka 0.8, то это прекрасно, API завязать не получится, пока вы не поднимете Kafka. Давайте начнем. Простой примерчик, как это сделать на Spark на базовом API. То есть, что у нас изначально делается? У нас конфигурируется. Давайте пройдемся. Изначально конфигурируем, кафковские серваки. Дальше описываем сериализатор-десериализатор для сообщений. Тут самый простой в стринги. Дальше задаем группу. Потом говорим, как мы работаем с офсетами. В данном случае наш джоба будет читать последние данные всегда. Вы можете сделать, чтобы она вычитывала данные все сначала, но это долго. Вот эта строчка, там есть разные значения, это конфигурирует. У меня так автокоммит. Насколько я помню, это коммитить офсеты, если я не ошибаюсь. Как раз Zookeeper автокоммит офсетов, по-моему. Могу наврать, сейчас посмотрю чуть попозже. По-моему, связано с коммитом офсетов. Дальше что мы делаем? Писываем топики. Топики, представлены именами. Дальше передаем стриминговый контекст. В Spark вы уже знаете, что есть Spark контекст, есть SQL контекст, появляется как основной управляющий объект в этом, фреймворке. Также есть еще третий контекст, называется стриминг контекст. Он, как вы поняли, работает для Spark стриминга.
Ну и, собственно, подписываемся на топик, передаем параметры, организуем стрим, читаем, проходимся по рекордам. Ну, то, что мы до этого организовали, это все-таки еще не RDD-ха. Мы просто взяли сейчас, зачитали данные, чтобы превратить это в распределенную коллекцию. Ну, вот есть специальная утилитка, но тут все то же самое, в принципе. Только тут напрямую передаются офсеты, с которых зачитываются данные. Это партиция, первый элемент. Второе — это откуда, докуда, какой, ну, как, с какого офсета по какой читать. Ну, дальше мы, когда превратили уже все это в определенную коллекцию, можем ее как-то запрепроцессить. Туапи мне не очень нравится. Я искренне надеюсь, что вы не попадете в компанию, где используется старая версия Kafka, поэтому я поподробнее лучше расскажу про новое API, потому что оно классное, и я призываю им пользоваться. Мы недавно сделали мощное приседание. У нас тоже была 8-я версия Kafka. Мы страдали, но смогли все перевести. И теперь все пытаемся писать на структурных стримах. Так, что это сюда вставил? Слишком рано. Сейчас потом вернусь к этому слайду. Не в то место его засунул. Смотрите. Общий концепт. Вот удобно же работать с таблицами, правда, чем с какими-то непонятными разнородными структурами данных. Поэтому, ну, собственно, это такое высокоуровневое API, которое позволяет вам делать стримовую обработку и на уровне абстракции таблицы. Ну, в данном случае это таблица, в которую мы дописываем данные и делаем на ней какие-то вычисления. Вот как раз какие данные мы туда дописываем, регулируются вот этими режимами. Я давайте расскажу сейчас про общий концепт, потом отсюда отмотаю. Вот примерчик, как на этом API мы создаем, собственно, источник данных и потом делаем на ним какие-то вычисления. Ну, тут конкретно просто через Option вы передаете точно такие же все параметры, которые нужны для Kafka. Ну, там брокеры, там, если нужна цель какие-то, все вот это. Таким образом у вас формируется, ну, собственно, некоторый стримовый датафрейм. Ну, в данном случае, кстати, ну да. Дальше вы просто как-то процессите, делаете какие-то группировочки и агрегаты. Вот на основе вот этой простой агрегации давайте мы дальше и посмотрим. Ну, то есть, смотрите. Вот, предположим, у нас есть какой-то магазин, зоомагазин. И нам нужно написать некоторую систему процессинга, которая бы давала real-time dashboard для, не знаю, там, аналитиков, потому что зоомагазины большая сеть, и хочется понимать, там, что сейчас в тренде покупают, не знаю, там, товары для кошек, для собак там, или для еще каких-то животных. Вам, собственно, каким-то образом доставляются данные, например, через Kafka, рекомендую. Если вы как раз пользуетесь JVM-based языками, типа Scala и Java, то с Kafka у вас будет очень мало проблем, в отличие, если, например, вы пишете на Python, потому что там нету нормального коннектора, все будет работать медленно и плохо. Ну так, небольшая ремарка. Вам присылаются данные, какой-то батч данных. Вы на нем делаете, ну, собственно, group by count, считаете каунты. Дальше у вас следующий timestamp. Ну, собственно, следующий батч данных доезжает. Вы его также парсите и дописываете в текущую, ну, собственно, таблицу как агрегат. Ну, вот. Ну, собственно, цикл повторяется. У вас приходят новые данные, и если у вас задан output mod как complete, то, ну, собственно, у вас будет постоянно дописываться и апдейтиться вся, ну, как бы, вся таблица.
давай теперь немножко поговорим про про вотермаркинг. Что это такое? Смотрите. У вас есть, некоторый поток сообщений. Понятно, что какое-то сообщение, которое вы хотите обработать в момент времени Т, могло доехать до вас чуть позже, чем хотелось бы. Но вам все равно хотелось бы его приассанить к моменту времени Т и посчитать правильный агрегат на тот момент времени. Сейчас давайте сначала. Вот эта картинка показывает просто, что мы можем делать агрегаты на окне. Давайте так, некоторый introduction. Что мы каждые 5 минут пересчитываем статистику за 10 минут назад. И вот эта картинка как раз показывает, что вы можете это сделать. Вот у вас есть развертка по времени и по классам. И, собственно, это полезно, например, если вы делаете, если вам нужно просто нужна какая-то развертка по времени, либо если вам нужна некоторая история назад. Например, вы делаете систему анализа транзакций, например, в банковских транзакциях все-таки, наверное, это не очень, скажем так, например, вы делаете систему отражения DDoS-атак, да, вам нужна некоторая информация по айпишникам за историю, некоторые хранить по айпишке некоторую историю для того, чтобы понимать, насколько там она, не знаю, плохая или хорошая, не в момент времени, а с каким-то окном. Собственно, тот момент, когда вам может это пригодиться, чтобы вы, могли со скользящим окном постоянно обновлять эту информацию, как-то ее апдейтить, знать некоторую историю, а не только обрабатывать новые сообщения по ней. Вот пример. Тут, собственно, это задается тоже довольно просто в интерфейсе. Вы просто задаете специальный объект окно, указываете его параметры, в данном случае 10 минут назад, шагом 5 минут. В принципе, все то же самое в основном. Да. Тут на самом деле можно по-разному сделать. Можно сделать так, чтобы если у тебя батч начал процессе в 12.05, то понятно, что можно либо сделать назад. Это зависит скорее от реализации, но в данном случае, конкретно если интерпретировать эту картиночку, то взял 5 минут назад, 5 минут вперед. Но мы ждем, грубо говоря, стриггерились, да, грубо говоря, в 12.05 стриггерились. Ждем, 5 минут у нас следующий дискретный интервал, да, начнет, следующий батч мы начнем зачитывать через 5 минут. В 12.010 у нас есть уже информация с 12.05 до 12.10, да, и, понятно, еще 5 минут назад, от 12.05 до 12.00. И поэтому теперь мы можем сделать, вычисление на 10-минутном интервале. Записать это результаты в табличку. То, что я как раз начал говорить о том, что у вас может быть такая ситуация, что, данные доехали по каким-то причинам чуть позже, чем бы вам хотелось. Сеть засбоила, либо что-то с продом, их очереди не разобрались, только потом доехало все. Но вы хотели бы в правильном промежутке времени поддержать правильную статистику.
Как это можно сделать? Ну, задача понятна, да? Ну, кивните там, не знаю. Отлично. Ну, это сделать вот как раз при помощи вотмарок. Когда ты задаешь в коде, сколько времени назад мы также смотрим. И, грубо говоря, это то окно, которое мы смотрим назад для того, чтобы правильно заапдейтить статистику по времени. Вот понятно, у нас сообщение было создано 12.4, дошло до 12.11. Мы хотим, его вставить в правильное место в табличке и правильно накрутить каунтер. Мы задаем, фреймворку. Посмотри, пожалуйста, назад, сохрани, так сказать, контекст. И когда у нас будут такие сообщения, то правильно заапдейте старые записи, уже старые ставшие. Но это без вотмарок это попадет, в тот промежуток времени, в который оно дошло до, до фреймворка, который, до Spark. Где это может быть полезно? Еще, например, когда мы делаем некоторый join между двумя дата-стримами. Мой любимый пример из рекламы. Смотрите. Вот у вас есть некоторая рекламная площадка. Там показывается реклама. Есть логи событий показа рекламы. Это тут, impressions. И есть отдельные логи клик по рекламе. Как вы понимаете, логично делать два разных топика на клике и на показы. Но вам же нужно, понимать, какой показ привел к клику для подсчета всякой статистики, и подсчета денег, и так далее. Для этого вам нужно их сджойнить. Как вы понимаете, когда события показа рекламы и реакция на рекламу, могут быть всегда разнесены по времени. То есть вы же, когда видите рекламу, не сразу в ту же секунду пытаетесь на нее кликнуть. Вы можете, что-то почитать, посмотреть, в какой-то момент решить почему-то, что эта реклама вам релевантна, и ткнуть в нее. Поэтому вам нужно, иметь некоторый лаг, который вы смотрите для того, чтобы, так как два события разнесены во времени, нужно смотреть, в будущее или в прошлое, в данном случае сложный вопрос, что считать будущим, что прошлым относительно обработки. И, вы задаете вот эти вотмарки, которые позволяют сохранять контекст то время, которое вы зададите, столько-то часов. И когда вы джойните стримы, то, джойн происходит как раз по этому условию, что у нас ID-шка клика и показы объявления рекламного совпадают, что клик произошел после все-таки показа, как системы распределенные, асинхронные, эту проверку всегда стоит добавлять. Что там еще? И клик тайм меньше impression, и еще задаете некоторый интервал, на котором мы будем это смотреть. Понятно, что бесконечно смотреть мы и ждать клика мы не можем. Джойните, получаете ваш агрегат. Получаете новый стрим с полной информацией, по которой вы можете уже делать подсчет статистики.
А, ну это то же самое, просто тут показано, что можете разные делать типы джойнов, также поддерживаются все возможные. Ну тут левый джойн, то есть собираем все цепочки, inner join, оставляем только, ну, в данном случае, импрессионы, которые привели к кликам. Окей, так, по этому все. Вопросы по этой части? А вы разве про все режимы рассказали? Которые... Хорошие, точно. Я как раз хотел это навернуться и забыл. Сейчас. Смотрите. Результатом, ну, собственно, наших вычислений является некоторая таблица, которую можно по-разному апдейтить в зависимости от режима, который вы, собственно, зададите для вычислений. Вот это пример complete мода, когда апдейтится, ну, собственно, все в таблице. Можно сделать не только так. Поддерживается три основных режима. Ну, собственно, тут написано append мод. Но только новые данные будут аппендиться в таблицу и апдейтиться. Ну, update mode. Ну, собственно, отличается от append mode только тем, что ну, будут апдейтиться только те, которые изменились по последнему триггеру. Ну, собственно, в общем и целом, как-то так. Ну, то есть понятно, что те данные, ну, если в complete моды апдейтится все, в append то, что новое доезжает, начинает аппендиться, в апдейт только те записи, которые поменялись. Ну, это зависит от того, выбор режима зависит от того, потом, ну, собственно, какие вычисления дальше вы собираетесь делать. Ну, это то, какой агрегат или какую, ну, собственно, таблицу для визуализации вы хотите использовать. В чем еще раз разница append и update? Они же доезжают, они же null. Ну, смотри. Вот у нас есть... Ну, собственно, некоторый поток данных. Когда у нас, ну, собственно, complete мод апдейтит все время все записи, которые к нам доезжают. Ну, я не знаю сейчас. Ну, тут на примере как раз этот режим показан. Ну, типа, вот пришел новый кусок данных. Вот, не знаю, был. Мы посчитали все инкрементально по всей таблице, прошли все каунтеры, которые, ну, собственно, у нас доехали, обновили. Ну, в данном случае был сначала catdog один, пришли новый кусок данных, мы взяли и, ну, собственно, пересчитали, да. Сейчас я, может, найду пример. Секундочку. Сейчас.
Ну окей. Если я найду сейчас визуализацию, я вам туда скину в чатик. Просто не знаю, как это лучше объяснить, чем написано на слайде. Сейчас. Ладно, давайте потом я поищу. Скину. Если найду. А, давайте дальше. Давай следующий. Фильтр я уже заикался, когда рассказывал про графы и то, как мы при помощи него научились их эффективно процессить, избегая дополнительного шафла при джойне и, ну, собственно, за счет этого смогли эффективно считать треугольники. Кто-нибудь прочитал, что такое Блумфильтр после той лекции? Один человек. Давайте тогда я быстро вам расскажу. Довольно популярная структура данных. Может быть, когда-нибудь сможете ее применить или выкрутиться на собесе. В чем суть? Нам нужно каким-то образом, ну, в контексте дата-стримов, нужно каким-то образом фильтровать наш поток данных по заранее заданному множеству. Множество может быть довольно большое, поэтому, ну, там, не знаю, хэшсет какой-нибудь вы использовать не можете, потому что, ну, у вас, например, не хватает для этого памяти. Можно, собственно, пожертвовать некоторой точностью, но все вот эти алгоритмы про то, что у нас есть некоторый трейд-офф между точностью вычисления и скоростью. Суть алгоритма следующая. Мы берем некоторое семейство хэш-функций. Ну, собственно, количество этих хэш-функций так будет как бы влиять на нашу точность вычислений. И некоторый, ну, собственно, битовый массив, в который, ну, размер которого также будет влиять на точность наших вычислений. Это все описывается аналитически. Я даже скажу на следующем слайде. Суть в следующем. К нам приходит некоторый, ну, то есть еще раз задачка. Есть поток данных. Нам нужно, например, знать, что те данные, которые мы уже процессили, что мы их уже, например, процессили, что этот юзер уже встречался, ну, когда-то. Ну, то есть как бы классически это решали, попытались бы все засунуть, скорее всего, не знаю, там, в какую-нибудь, ну, в сет какой-нибудь и попытаться профильтровать. Ну, понятно, что юзеров довольно много. Скорее всего, юзер описывается лонгом. Ну и, собственно, довольно много памяти. Мы, собственно, задаем некоторый битовый массив. Как я сказал, семейство хэш-функций, в данном случае три хэш-функции. Мы делаем проекцию. Мы, собственно, прогоняем наш элемент данных через все хэш-функции, которые проецируются, ну, собственно, в индексе этого битового массива, и выставляем эти битики. Ну, то есть элемент n хэш-функций выставлен на n битов в этом битовом массиве.
как проверить то, что у нас элемент уже есть в этом множестве. Мы прогоняем еще раз и проверяем просто битики, выставлены они или нет. Ну, то есть самая простая реализация, там, не знаю, если у вас совсем не очень много, не знаю, там данных, можете просто взять один лонг даже и, ну, просто крутить там, ну, собственно, битовыми сдвигами разряды. Собственно, довольно просто. Скажите мне, давайте еще раз, какие ошибки может допускать эта структура данных, исходя из, ну, техники работы этого алгоритма? Ну, два разных человека сказали. Давай ты первый. Угу, почему? Угу. Но если его нет, то точно нет. Да, все правильно. Ну, собственно, вероятность этих срабатываний вы можете регулировать количеством функции длиной массива. Там есть некоторые доказательства этой функции. Сейчас я вспомню, там, кто к чему относится. Угу. Ну, это, наверное, размер сейчас массива. Это вероятность срабатывания. Числа вставленных элементов n и размер битового массива m при оптимальном числе хэш-функций. По оси x число вставленных элементов. Ну, понятно, что чем больше вы элементов туда пихаете, то тем больше вероятность коллизии. Ну, собственно, по y вероятность срабатывания. И, ну, собственно, в m число хэш-функций, которые вы используете. Ну, тут понятно. Берите больше. Массив, не знаю, больше хэш-функций, получите меньшую вероятность ложноположительного срабатывания. Но начнете проигрывать по памяти. Ну, то есть у вас просто начнет разрастаться эта структура данных. В какой-то момент, ну, может уже не влезть. Но скажу, как я вам уже говорил, мы использовали ее для сохранения с довольно высоким процентом точности всех пар отношений юзер-юзер в социальном графе. Это несколько сотен миллиардов. И, в принципе, это занимало порядка в памяти у нас 5 гигабайт, по-моему, что вполне, ну, при текущих вычислительных мощностях с этим вполне можно жить. Ну вот, собственно, формулка. Сейчас скажу. На самом деле оптимальное число хэш-функций подбирается в конечном итоге на глаз. Но сейчас я гляну, возможно. Угу.
Ну, короче, тут есть некоторая теоремка, которая говорит, что оптимальное число хэш-функций вычисляется как, ну, собственно, вот эта формулка, где m, ну, собственно, это размер битого массива, а n — это число, ну, собственно, вставленных элементов. Типа, при, если вы возьмете такое, то есть это некоторая аппроксимация, которая позволяет вам посчитать такое число хэш-функций, которое вы, ну, если вы его возьмете, то вы получите, ну, собственно, ну, грубо говоря, оптимальный результат с точки зрения false positive и false negative. Ну, то есть размер битого массива, число вставленных элементов, отношение и умножить на натуральный логарифм 2. Вот, округляйте, получаете, в общем, оптимальное число хэш-функций, которое вы можете, собственно, использовать. Ну. А как посчитать вероятность? Ну, вероятность там через рассчитывается тоже через формулку простую, типа там единица минус экспонента в степени там отношения как раз длины, длины массива, количество вставленных элементов, ну и количество хэш-функций. Забыл вставить на слайдик, сорян. Так что получается, зная размер примерно данных, вы можете, ну, регулировать длину массива и, ну, оценивать вашу вероятность того, сколько вы раз будете ложноположительно срабатывать. Как-то так. У меня все. Есть вопрос? Последовательно применяешь, накручиваешь. Ну, можешь параллельно применять, накручивать. Так уже сложнее. Применяем разные хэш-функции, ну, которые из одного семейства, но с разными значениями. Как, например, когда я рассказывал, примерно так же это, как когда я рассказывал про LSH. Там задается семейство, ну, помните, KX плюс B, которое инициализируется разными, ну, случайными числами с некоторыми ограничениями. Ну вот, получается, семейство хэш-функций, через которое пропускается одно значение. Ответил на вопрос? Ну, то есть мы делаем представление нашего базового значения в новом пространстве, заданном нашими хэш-функциями. Еще вопрос? Нет? Ну, прекрасно. Тогда на сегодня все. Если что-то какие-то непонятки, пишите в чатике.